Так, проверка звука, плюсик, если звук есть. Так, вижу. Вижу, вижу. Вот так. 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 Проверка звука сейчас к нам подключается. Его Величество Король Дид. Через 5 минут мы начнем наше общение. Так. Добрый день. Плюсики в чате, если звук есть. Так, у меня наконец-то, тьфу-тьфу-тьфу, постучим по дереву, появился нормальный домашний интернет. Так. Поэтому, братья и сестры, это торжественный день, можно даже с видео появиться. А у меня к вам убедительная просьба, давайте по традиции поделимся со своими друзьями этим знаменательным событием, нет, не тем, что мне интернет дали, ну, а тем, что у нас сегодня вебинар по английскому языку, и я вот прямо сейчас со своими всем поделюсь, так. Так, ВКонтакте, в Фейсбуке. Я хочу, чтобы все мои друзья блестяще говорили на английском. Шоу по для взрослых. Вот так. Отправить. Так. Фейсбук. 2 часа назад, Татьяна Титлова, я тебя благодарю. Так, добрый вечер, если только что. Так, с вами Алекс Авенга, и скоро к нам подсоединится его величество Король Дид. Нажимаем «Нравится», нажимаем «Шеринги», «Лайки». Да, поделиться ссылкой. Да. Сейчас еще в Твиттер отправлю. Угу. Да, делимся. Делимся. Так. Так, в Твиттер еще. Так. Так, и Алиса будет. Алиса Алексеевна тоже будет учить английский язык вместе с нами. Да? Алис, будешь с нами учить английский язык? Так. Хорошо. Вообще, на самом деле, современным детям безумно повезло. Они сразу живут в среде, где в песочнице они общаются на английском, на испанском, на каком угодно языке. А у нас такого не было. Все английский язык в классе, часто из-под палки.
Ну, это, по крайней мере, в моем. У вас, кстати говоря, история изучения английского языка. Вот напишите, пожалуйста, в чате, пока мы готовимся к вебинару. То есть, какая у вас была история изучения английского языка? Кто-то в спецшколах учился, кто-то сам вообще, кто-то ходил 10 лет в школе, потом 5 лет в институте, и так до сих пор языка и не знаем. Так. Напишите, реально интересно, то есть какая у вас история. Будем знать, будем понимать, как лучше ориентироваться. Если вы только что подошли, то нажимаем шеринги, лайки, заходим. Если вы уже давно здесь на странице, то просто напишите, какая у вас история изучения английского языка. То есть, как у вас это все происходило? У кого-то она веселая, у кого-то печальная история английского языка. У всех по-разному. У всех очень сильно по-разному. Да. Но кто-то просто, например, неплохо знает, хочет узнать, что такая за новая методика. Это тоже здорово, это тоже здорово. Так, вижу, поделились. Так. Благодарю. Так. По десятибалльной системе напишите, насколько хорошо слышно. Так, я сейчас пойду и чувствую в перископ, приглашу всех остальных, чтоб не скучали. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. Добрый вечер. Работаю, зарабатываю в интернете. Так, это забаним. Так, вот Татьяна Титова пишет. В школе, в ВУЗе был английский, был немецкий. По работе была необходимость. Так. И при предприятии были курсы. Вела замечательная девушка, которая зажгла желанием учить язык. С тех пор пытаюсь язык сама, через Ешку, Лингва-Лео, но системы нет, говорить не могу. Да, вот как раз-таки изучением системы мы с вами сегодня и займемся. У нас на связи уже подключился наш, я считаю, гений изучения английского языка, Олег Мурашов, человек, который практически всю свою профессиональную жизнь посвятил именно изучению английского языка, обучению других людей. И стал изобретателем системы английский через сказку. Это очень интересная система. Она не очень такая классическая. Она очень хорошо подходит, особенно если вам сложно там себя дисциплинировать, там сложно себя заставлять, то это легко, это, в общем-то, просто. А самое главное, интересно. И сегодня мы с вами погрузимся в то состояние, когда... Ну, просто хочется заниматься английским языком, и у нас сегодня с вами особая спецмиссия. Наша задача сегодня с вами попасть на планету Ингланд и встретить там доброго короля Дида. Но по пути у вас будут три отъявленных негодяя, три злодея, с которыми наша задача сегодня справиться. Итак, напишите в чате, вы готовы? Are you ready? Are you ready? А меня Are хорошо слышно? Отлично слышно. Да, и видно. И видно. Вообще шикарно. Ну и хорошо. Да. Так. Ну что, готовы? Погрузиться в сказку, в изучение английского языка. Да, вижу, что готовы. У нас будет одна минута отставания от звука. От чата это абсолютно нормально, это так и должно быть. Поэтому мы с вами обязательно сделаем еще интерактивчик. Да, вижу, что готовы. Ну что ж, давайте не будем тянуть кота за хвост. И я вам представляю автора системы «Английский через сказку» Олега Мурашова.
И под ваши бурные аплодисменты, плюсики, восклицательные знаки, мы включаемся. Я отключу микрофон, чтобы Алиса Алексеевна не создавала дополнительных шумопомех. Да, Олег, вам слово. Ну, добрый вечер, друзья. Вот тут вот сейчас Алекс сказал, что наша задача добраться до этой далекой планеты Ингланд и встретиться там вот с королем Дидом. Вы знаете, вам уже и повезло, потому что вы уже сейчас меня можете видеть. Я вот так присвоил себе этот титул, так немного нахально, может быть, но, знаете, а как еще быть королем, как им стать? Так и случается. А вот, вот эти три хлопца, которые действительно нам будут мешать, с ними нужно будет сегодня побороться. Непростые ребята. Но вначале буквально несколько слов. Что же это за планета такая? Может быть, кто-то уже слышал, может быть, кто-то в первый раз летит или слышит об этом, обо всем. Ну, действительно, может быть, кто-то скажет, что эта планета придумана, что ее не существует. Планета под названием Ингланд. Ну, не знаю. Может быть, это и так. Для меня это абсолютно очевидная вещь, потому что я, кроме того, там еще и одним кусочком этой планеты руковожу, потому что там мое королевство находится, королевство прошлого. Вот такое вот королевство Дид. Ко мне очень легко попасть в гости, ну, когда вы прибудете ко мне очень легко попасть, стоит только лишь начать вспоминать о чем-то, и все, и тогда вы называете мое имя Дид, и ко мне вперед. Или, точнее, назад, ну, это уже детали, сразу же и попадаете. Но на этой планете есть и другие персонажи, не такие уж добродушные, поверьте, и не такие гостеприимные. Там есть злой король Вилл, а я с ним постоянно борюсь, у нас идет борьба с ним. Он тянет, правда, всех куда-то, говорит, что это будущее, типа, да, что Вилл это, мол, будущее. А на самом деле он просто постоянно обещает, просто обещает, вы понимаете, бессовестным образом. И еще не факт, исполнит он это или нет. Также он еще угрожает, этот Вилл, говорит там, что надо делать. Ну, в общем, такой злодей неприятный. Поэтому вот наша планета, она сейчас представляет собой борьбу, бесконечную борьбу двух этих королевств. Королевство Уилл и королевство Дид. Но на нашей планете есть разные интересные персонажи. И если вы захотите затем более подробно узнать, я буду очень рад рассказать. Меня, собственно, для этого и пригласили на планету Русланд. Вот побыть таким гидом, таким проводником, что ли, в наш интересный, сказочный и очень ужасный вообще иногда, местами просто невероятно страшный мир. Ну, представьте, что у нас там нормальных вообще героев не видно, просто их не видно вообще, они невидимые. А те, которые вот реально существуют, это там крокодилы какие-то, чудовища двухголовые, Джерунды, Герунди, да, может быть, слышали такое, или там Инфинитив, тоже привидение ужасное. Совершенно ужасно, непонятно. Вот. И а крокодил Самэнни, так то вообще он просто без разбору просто кусает всех подряд. Акулы, апострофы и все прочее. То есть на нашей планете на самом деле страшно, но интересно. Поэтому можно сказать, что там страшно интересно. И это завораживает, потому что самое главное, что создается такая интересная обстановка, атмосфера, и каждый может вписать свою историю. На этой планете нет правил. Вот это самое важное, наверное. Здесь не существует правил. И в особенности здесь не котируются правила, которые можно найти вот в всяких учебниках. Я, вы знаете, я тут вот, когда прилетел на планету Русландию, то мне стали показывать какие-то учебники, правила про мою планету. А, интересно, да? Вот русландцы пишут про планету. А как они об этом узнали, интересно? Этот, в подзорную трубу, что ли, смотрели, изучали? Ну, трудно сказать. Ну да ладно. Вот.
Так вот, на самом деле эти правила, они не действуют там у нас, на нашей планете. Там есть, конечно, какие-то, может быть, но это даже не правила, а ну, такие приятные, смешные вещи, и, ну, без которых просто невозможно пройти. Но это все на уровне здравого смысла, просто на уровне человеческой логики. И поэтому у нас там нет, допустим, знаете, вот таких вот чудищ типа Perfect. Не знаем мы, кто это такой. Мы таких слов даже никогда не слышали. Или там Continuous, или там всякие другие еще ужасы. Нет, таких злодеев нету. Ни к чему они нам, они не нужны. Вот. И почему на эту планету интересно лететь? Почему там интересно быть, хотя и опасно? Потому что, еще раз повторюсь, каждый может сочинить свою историю. И я рассказываю, как это делать. И потом вместе получается такое простое, приятное путешествие. Путешествовать туда может и попасть, может каждый практически, даже самого маленького возраста, а может быть и взрослый человек. Ну, я вам сейчас приведу простой очень пример. Ну, допустим, вот кусочек жизни нашей планеты. Как там это все? Хотя вы и так уже знаете, что есть там королевство Дит и королевство Вилы, и между нами идет борьба. Вот. Так вот, на нашей планете, он там один из подданных бьется, королевство. Да, так вот, на нашей планете, вы знаете, есть такой авторитет, его зовут Гэт. Гэт. Ну, наверное, вы слышали это имя когда-то, да. Это величайший авторитет, авторитет по имени Гэт. Он, вы знаете, настолько мощный, сильный, он может заменить, подменить, ну, практически любого верба. Ну, тот, который попросит его о том, что он устал, что он уже не может там работать. Да. А вербы – это жители нашей планеты. Так вот, Гэт может легко его подменить. И, наверное, вы знаете, как это происходит. Вот я вас даже сейчас спрошу, и, наверное, кто-то помнит, что как бы вы сказали, используя имя Гэта, вот этого авторитета, допустим, такую фразу: принеси мне там что-нибудь, принеси. Вы понимаете, что получается? Теперь не нужно вспоминать, как там это будет на самом деле, и просить верб по имени принеси или приносить. А мы обратимся к Гэту. И я думаю, что вы легко сейчас там напишите, как эта фраза будет теперь выглядеть. «Принеси мне» или даже «дай мне». Вот. Этот замечательный верб «get», он сыграл огромную роль вообще в истории планеты и продолжает играть. Я постоянно с ним дружу, изучаю его, целую книжку там про него написал, сказок и всяких интересных историй. И вообще хочу сказать, что если вы не дружите с этим авторитетом, то на нашей планете делать практически нечего. Каждый русландец, или как там правильно сказать, да, русландец, у него должно быть в запасе хотя бы 50-70 выражений, устойчивых выражений с этим прекрасным вот, словом get, которое он произносит, не задумываясь. Вот, к примеру, знает ли кто-нибудь из вас, как, если вы едете в метро, как задать, или там в общественном транспорте, как, например, спросить у человека, который стоит у дверей: ты выходишь? Выходишь ли ты? Выходите? Ну, я думаю, вы сейчас тут уже догадываетесь, а может, кто-то и знает, и вы напишите, как это будет. Так вот, Гэт, конечно, уникальный парень, и про него есть легенда целая, как вот благодаря ему появились
ну, так называемые, вот тут называют их неправильные глаголы, да, целая сказочная история интересная. Ну так вот, вот всем этим я и занимаюсь, действительно, в течение уже большого времени пытаюсь как-то переложить все то, что таким трудным, громоздким языком детям, взрослым дается, перевести на более простой, понятный язык. Ну, вы знаете, что когда мы идем или летим куда-то, а вот сейчас мы полетели на нашу планету, Ингланд, да, то нас там обязательно на пути встретит такой страшный, действительно, один из самых страшных персонажей. И вот тут Алекс говорил, может быть, его имя, и может нет, я не с самого начала присоединился. Да, это такой завтрамен, tomorrowman. Да, это не просто вам персонаж. Вы же помните, что за вот движение вперед у нас отвечает король Уилл. Это же злой персонаж. И столица его королевства, она так и называется, Tomorrow. Да. И Уилл всех зовет туда и говорит, что там завтра будет хорошо, завтра будет лучше, чем сегодня и так далее. Вот завтра, да, давай, иди в завтра, иди в Tomorrow, да, и там все начинай. Большинство русланцев, они так и говорят, да, я начну это делать завтра. Я то-то начну или еще что-то. Так вот с этим tomorrowman'ом очень легко на самом деле разобраться, потому что для начала нужно разобраться, кто такой есть Уилл, если вы представляете, если вы понимаете, что это за персонаж, и что он на самом деле-то просто обещает, а ничего за собой не имеет, ну тогда все эти ваши tomorrow мечты, они все также уйдут, и мы начнем жить реально. Потому что я вам скажу, ну, может быть, немножко это не сказочные вещи совершенно, но если обращаться вот к английскому языку, то ни прошлого, ни будущего на самом деле не существует. Поэтому все это какие-то придуманные, вот это действительно придуманные вещи. Вот планета Инглит – это реальность, а вот будущее и прошлое – это самая настоящая придуманная вещь. Вот есть мы, вот ущипнул, ой, больно. Вот этот миг, который и стоит ценить, и ради которого мы живем, мы находимся в бесконечном движении, бесконечном. Наша жизнь – это некая точка, которая находится в постоянном движении, перемещении. Итак, вот такой вот у нас есть завтрамен, который говорит, да давай отложим все на завтра, и это завтра, оно, видите, как бесконечно, бесконечно, оно никогда не наступает. Это завтра. Да. А завтра уже хорошо бы сказать какую-нибудь фразу на английском, а лучше там еще что-нибудь. А не получается, потому что все хотят начать завтра или с понедельника. Ну ладно, а давайте споем. А то я вам тут что-то рассказываю, да, какую-нибудь веселую песню. И вот мы сейчас споем ее, и победим мы этого завтрамена. Да. Вы знаете, на нашей планете есть самая главная группа, она называется The Beatles. The Beatles. И я всех призываю постоянно петь, учить эти песни. И сейчас с удовольствием, кто знает песню «Облади, облада». Веселая, замечательная песня, да. Вот, подключайтесь, пойте «Облади, облада». Ну, трудно сказать, что означают эти слова. Ну, да и не важно. Главное, что весело. Да. Песенка про двух людей, мужчину, женщину, которые встретили, улыбнулись, полюбили друг друга, построили семью, жизнь. Видите, вот они не откладывали все на завтра, да. Подпевайте. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in a band.
Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says as she takes him by the hand. Oh, blah-dee, oh, blah-da, life goes on. Bra-la-la, how the life goes on. Oh, blah-dee, oh, blah-da, life goes on. Bra-la-la, how the life goes on. Yeah. Ну, песня довольно долгая. Мне там очень нравится кусочек такой, когда in a couple of years they have built a home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Вот, видите, они даже уже и дом построили, и двух детей подняли. Вот так вот все быстро происходит в песне, но на самом деле все так может быть и в жизни произойти. Не сдавайтесь. Never give up. Ладно. Ну, нас еще, конечно, и другие поджидают, такие злодеи, антигерои. Один из них это Never. Ну, или Невер, тот, который не верит. Ну, он потому что уже разуверился. Я знаю, что это трудно на самом деле, когда ты много раз пытаешься что-то делать, и тебя убеждают тем более, а потом опять нет результата, наступает это неверие. Ну, вот этот герой так и называется «Невер». Очень похоже на наше английское слово «never» – «никогда». «Never», «never», «невер» – ну, вот так. Может быть, они даже как-то из одной области, трудно сказать. Но победить его непросто, потому что неверие это действительно беда. Это какой-то предыдущий отрицательный опыт. И может быть это самый сложный злодей, самое сложное препятствие. Но мы его, давайте представим, что это все-таки, ну, человек же. Ну, конечно, а кто же, да, человек, у него также есть душа, и он на самом деле хороший. Давайте мы ему что-нибудь подарим, этому неверую. Да, вот вы что предлагаете ему подарить? Вот предложите ваши варианты, напишите. Я бы ему, например, подарил значок. Ну, если имя его Never, ну, никогда, то я бы ему, знаете, подарил значок такой Always, Always, всегда. Ну, это слово, вот оно известно тут благодаря рекламе и всяким таким, ну, вот, товарам нашим. Но, тем не менее, почему? Смысл слова-то хорошее. Да. Помните как? Ваше жизненное кредо всегда. Хорошее. И Неверу станет весело, и он задумается, и он улыбнется, и таким образом это неверие, может быть, уйдет. Я ведь не предлагаю на самом деле чего-то такого, вот знаете, что раз и как пальцем щелкнул и там заговорил или понял. Разумеется, это процесс. Это непростой процесс, достаточно долгий, но начать, попробовать и зайти по-другому через сказки, через фантазии, через свои истории, представляете, свои истории, создать свой мир. Ну, почему бы нет? В любом случае, это будет ваш мир. И не нужно верить мне или кому-то, а поверьте в свой мир, в то, что создаете вы сами. Эти герои будут вами выстраданы и созданы. Вы будете делать открытия сами. Но как их делать? Ну, каждый по-своему к этому приходит. Вот я могу рассказать пример, как у меня произошло, допустим, однажды такое открытие. Да, я все время думал, вот как же рассказать людям, русланцам, о том, что такое артикль. Ну, потому что на вашей планете это слово, оно ни о чем ведь не говорит. Что такое артикль? Ну, так, какой-то звук. Но в то же самое время это очень важный элемент на нашей, на планете Ингланд. Ну, то есть невероятно важный. И однажды, вот, играя с детьми, вот вдруг
начала создаваться какая-то история о призраках, невидимках. И потом дальше больше. И стало понятно, что на нашей планете живут только одни призраки. Зовут их вербы. Это такие существа, которые постоянно что-то делают, работают. Ну, кто-то сейчас скажет, что это глаголы, вербы. Это, ну, действительно так. Но давайте мы их будем называть по-прежнему все-таки вербы. Нам так будет приятнее, и все это будет по-инглански. Вербы. Так вот, вербов очень много на нашей планете, и все они невидимые. И представьте себе, что если вот мы сейчас прилетим на планету Ингланд. Вот все вместе сейчас соберемся, прям в одну команду сядем в ракету и полетим, даже и прилетим. Но что получится? Что через некоторое время, там через 2-3 дня, мы захотим обратно вернуться, потому что, ну, если на этой планете все невидимое, то мы умрем от голода и сохнем от жажды. Поэтому нам нужна вода, нам нужна пища, ну и много чего нужно. Поэтому для того, чтобы теперь вербы превратить в предметы, в то, что существует, то есть существительное, нужна какая-то, ну, какое-то приспособление. Дети тут же мне предложили, и они сказали, что это волшебная палочка. Вот. И так вот началась такая история, детская, совершенно веселая. А я доверяю детям. И самая популярная волшебная палочка, вы знаете, как она называется? Это палочка The. Вот это самая крутая, золотая, волшебная палочка, которая называется The. Стоит этой палочкой The притронуться к любому вербу. Представьте себе, просто мы прикоснулись к нему. Ну, верб, он же невидимый, это просто привидение. Так вот, мы прикасаемся к нему, и теперь любой верб превращается в предмет. Вот бегал себе там и поливал бесконечно верб по имени Water. 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 Да, вот он бегал, бегал, поливал, там ходил, что-то делал, ну, все время. Добывал воду, может быть. Да. Но это все нам невидимо, воды пока нет. Потому что вот теперь мы достали палочку, дотронулись до water, и у нас получился the water. А вот это уже вода. А вот это уже можно пить, кипятить, стирать, там наливать куда-то, поливать цветы. Все, что угодно делать. Все, жизнь началась, вы знаете, без воды невозможно. Вот она, the water. Конечно же. Кому-то захотелось почитать, да очень просто. Давайте дотронемся этой палочкой the. Вы знаете, какому вербу, напишите, вы знаете, как зовут этого верба и что он делает. Ну вот, пожалуйста. Я думаю, что вы сейчас все тут напишите правильно, как же зовут этого верба и что он делает, этот верб. Да. К которому, если прикоснешься, то тогда получится книга, которую можно читать. Все, что угодно делать. А знаете, как скучно жить, ужасно скучно жить без мух. Но, с одной стороны, они докучают, да. Ну, то есть, это вроде бы хорошо, но а как же, да. Смотришь, они летают, да их там всякие птички едят, и там лягушки и прочее. Жизнь. Все взаимосвязано. Да. Так вот, наверное, вы тоже знаете, что если взять the, нашу палочку the, и дотронуться до определенного верба, и вы его тоже напишите имя, вы знаете, как его зовут, это очень просто. Да. Этот верб все время... Ну, вот. Так вот, если мы дотронемся нашей палочкой the до этого верба, то у нас получится... Муха. Вот. Это не случайно, потому что муха на самом деле летает лучше всех. Вот такое. Таким образом, посмотрите, что происходит.
Вот через такую игру, сказку, детские такие вот вещи мы не просто увеличиваем свой словарный запас, ну, потому что water – это поливать, там, добывать воду. The water – вода. Book – это заказывать, то есть это все вербы. Book, разумеется, заказывать что-то, ну, я не знаю, кто что заказывает, кто обед, кто там такси, кто еще что-то. А the book – это книга. Milk – это доить. Milk – это доить, ну, там, корову или еще кого-то. А the milk – это молоко. Apple – это срывать яблоки. А the apple – это яблоко. То есть благодаря этой волшебной палочке, именно я сейчас говорю о волшебной палочке Z, потому что есть и другие волшебные палки. Очень просто и легко превратить verb, несуществующее, невидимое, в то, что существует. И заодно тут, кстати, наверное, вы сразу понимаете, что такое существительное. Всякие тут у вас. Так вот, видите как? Оказывается, через сказки, через игру, через вот всякие такие глупости можно даже и неверие, и вот этого Невера победить. А, кстати, да. И вот эти дети, которые так мы с ними поиграли там несколько недель, месяцев, вот они приходят в школу и начинают им преподаватели рассказывать про артикль. Ну, там, конечно, по-школьному, как положено, там, что артикль это, там, я не знаю, что это такое вообще. И я честно говорю, да, вот если сейчас научным таким языком, ну, это непросто. Не смогу, точнее, сейчас рассказать. И поднимается мальчик, он говорит, вот, а я знаю, там, Мария Ивановна. Он говорит, да ну, конечно, знаю. Это же очень просто. Это волшебная палочка, с помощью которой невидимые вербы, глаголы, то есть, превращаются в существительное. Вот. Одна простая фраза и выражена суть. Теперь выражена суть артикля. А напомню, что слово «the» на всякий случай – это самое популярное слово на нашей планете. Самое слово номер один. Оно чаще всего встречается, когда жители нашей планеты общаются друг с другом. Но так если так легко и просто начинает в любом возрасте человек понимать, смысл главного слова, слово номер один, ну, конечно, это хороший задел уже. Это очень хорошая база. Понятно, что дальше нужно тоже и заниматься, и придумывать, сочинять, потому что если перестанешь сочинять, то жизнь прекратится. Наша планета, она необыкновенная. Там просто так не выжить. Так вот, перед вами один из простых приемов сочинительства и того, как оно превращается в реальный инструмент, как оно работает. Тут же, наверное, вы сейчас задумаетесь и скажете, о, так, наверное, существуют какие-то и другие волшебные палочки. Ну, конечно, да, то есть есть целый набор, этот, да, если хотите, потом вот дальше полетим вместе, я вам вручу просто торжественно комплект волшебных палочек. Там кроме артикля вот этого или вот этой волшебной палочки, да, будут и другие. Мы посмотрим, как ими там махать правильно, чтобы превращать все в предметы и кушать яблоки, а не думать о том, где их взять, или там груши. Вот так вот. И чтобы вы не говорили, или ваши дети не говорили такие страшные фразы, типа «I have cat». Ну, потому что эта фраза безумна. «I have cat». Кажется, что она правильная, но она неправильная, потому что «cat», вы помните, что такое «cat»? Это глагол. Это верб. Это невидимый верб. Как можно обладать невидимым вербом? Он невидим, он не существует, им нельзя обладать. I have cat. Это неверно. I have, например, the cat. Ну, там, мы не будем сейчас вдаваться в разные там детали, подробности. Вот это другое дело. Вот теперь у меня есть кот. Вы знаете, что the cat – это предмет. Ну, если точнее, тут лучше было бы сказать a cat. Это тоже одна из палочек.
с помощью которых также можно превратить, но только уже не любой verb. I have a cat. Вот чтобы вы именно так говорили, а не I have cat. Чтобы не было этого ужаса, который бесконечно преследует русских людей. Но если через волшебство, волшебные истории, почему нет? Плюс понимание и уверенность в том, что так, правил-то нету. У нас нет правил на нашей планете, нет правил и нет исключений. Ну, здорово. Вы знаете, я недавно вот зашел тут в магазин, ну, такой большой русланский магазин, там про нашу планету жизнь рассказано. Да, смотрю заголовок, и там написано такая фраза, там, 30, типа, главных правил или формул. Вот. Жизненно, ну, только там написано английского языка, уже неприятно само по себе это словосочетание. Вот. Главных, понимаете, главных правил, главных формул. Так если их 30 только главных, а сколько же их тогда не главных? Конечно, даже только одно название таких книг, оно удручает. Хочется, ну что хочется? Хочется такую книгу не брать в руки. И не открывать, потому что а зачем мне еще 30 правил? Что они мне помогут жить, или что они мне дадут вообще? И вообще знакомство с еще каким-то количеством правил? Их и так слишком много стало. Поэтому вот это наша фантастическая, такая анархичная, да, жизнь, кажется, которая без правил идет, волшебная, она другая, она веселая, но мы всегда видим все системно. Это удивительно. Вот понимаете, это удивительно. Я всегда говорю о том, что если мы изучаем предмет, ну любой предмет, просто как кусочки какие-то, как, ну там, одна тема, вторая, третья, двадцатая, вот. И если мы это не связываем в систему, то есть если мы не понимаем, что где находится, то тогда это просто калейдоскопические знания, а может быть даже и не знания. Так можно и назвать, и говорить, что это калейдоскопические знания, мозаичные. Но сегодня, к сожалению, большинство людей обладает именно такими знаниями. Они не видят предмет целиком. Они не понимают и не видят взаимосвязи, логики. Они не понимают, что им нужно усилить для того, чтобы получить результат. Они не понимают, где они находятся, на какой ступени, куда им идти теперь, вправо, влево, вверх, вниз. Ну, вот это отсутствие вот этого систематического, системного, извините, видения, такого вот полного, конечно, это общая беда. Так удивительное дело, что мы на нашей планете всегда, вообще, представьте, всегда, с первого момента, как только мы туда идем, мы сразу же видим все системно, полностью. То это удивительно, это может показаться сказочно, это правда. Но мы сразу же видим всю планету Инглуд, вообще всю. Вот так вот. И затем мы, конечно, ну, мы видим ее издалека еще. А затем мы все приближаемся, приближаемся, приближаемся. Вот смотрите, если буду руку приближать к вам, да, сейчас она так, ну, ну вроде 5 пальцев, там еще что-то, вот там поблескивает. Вот, смотрите, я приближаю, проявляется все больше линий там и всего такого. Вот, ну, да. Вот точно так же и здесь. То есть мы просто все время приближаемся. Мы занимаемся детализацией, но мы понимаем, что перед нами рука, которая состоит из 5 пальцев, там, из того, но затем мы все больше и больше видим, что там еще есть. Вот этот системный подход, системное видение на любом этапе – это главная, наверное, отличительная особенность. Ну, хотя отсутствие правил тоже, пожалуй, интересно, забавно. Вот почему, ну, вот тут многие интересуются, как там король Дит это все делает, рассказывает. Я написал уже несколько книжек
правдивых про нашу планету. Вот они изданы. Они написаны как сказки, как волшебное путешествие по планете Ингланд. Вот, ну, кроме волшебных, вот сейчас второй том вышел уже сказок, и планируется еще до Нового года я еще два тома издам. Кроме того, я создал и подготовил новую, совершенно новую таблицу неправильных глаголов, потому что у русланцев какое-то странное представление о них, об этих неправильных глаголах и как их учить. Это другая совсем таблица. Там, во-первых, дается перевод каждого слова, объясняется вообще, что такое каждая форма, многочисленные примеры, объясняется технология заучивания, ну и так далее. То есть это невозможно объяснить, это большая достаточно таблица, более 50 страниц с подробными описаниями и прочим, пояснениями, комментариями. Потому что в том виде, как сейчас существует таблица в учебниках, в словарях, она, к сожалению, не позволяет вникнуть в суть этих глаголов, а этих вербов, точнее, а они являются основой. Основой, самыми важными, самыми главными, конечно, жителями нашей планеты. Ну, вот так вот мы можем разбить этого невера. Невера. Never give up. Никогда не сдавайся. Я так говорю себе и вам советую. Never give up. Ну и еще впереди нас поджидает такая неприятная, вы знаете, жаба. Да. Ее зовут Грида. Жадность. Но с одной стороны, она совершенно обоснована. Да, ну мы же говорим, так вот жаба душит, вот почему мы такой образ придумали и предлагаем. Потому что, да, жизнь дорожает. Хотя когда она была дешевая, я вам скажу, жизнь это вообще штука не дешевая всегда. Но понятно, что когда думаешь о том, куда использовать средства кровное, заработанное, то вот как-то путешествие на планету Ингланд, ну, уж совсем, кажется, не очень это все нужно. И даже всякие там вот такие слова, фразы, что а как же без английского ты сегодня никуда не денешься, он там поможет и это сделать, и все. Ну, то ясно, но тем не менее жабочка-то поддушивает. Вот. И я предлагаю, знаете, что сделать? Давайте мы эту жабочку-то мы ее возьмем, да и поцелуем, что ли. Вот. И ей приятно станет. Может, она улыбнется вместе с нами, может быть, нам. Да и расслабимся. Но а кого же тогда любить-то еще, кроме как себя самого? Но нет, ну понятно, что и ближних, и окружающих. Но в первую очередь, да, если мы в себя жабу запустим, так тогда они только из нас и будут прыгать. Конечно, нужно время. Это безусловно. На нашу планету, чтобы прийти достойно, чтобы там не попасться в капканы, нужно время. Время – деньги, это верно. Поэтому если это понимать, но в то же время дружить со своей этой жабой, которая внутри, и помнить все-таки, что жизнь однажды заканчивается, и хочется много успеть и красиво сделать, то можно и это сделать. Можно и это препятствие преодолеть и прийти, добраться до конца, до победы. Вот вы знаете, что мы предлагаем ну, определенный курс, определенный, точнее, не то что курс, а ну, вот, серию полетов, включая туда более 20 вообще полетов, таких часовых в космос с выходом
открытое пространство безвоздушное. Да. Вот. И там мы будем говорить об очень непростых вещах, но простым языком. По-прежнему сказочным, веселым, интересным. И там мы будем... Я сейчас назову, например, некоторые, ну, может быть, темы или, может быть, разделы, вопросы. И я бы хотел сразу задать тут вот вам вопросы, пока я буду говорить. А что бы вы хотели вот во время этих полетов узнать? О чем? Что вас интересует? Что вас беспокоит? В чем вы чувствуете, ну, слабость или интерес просто? Что бы хотели развить? Какие вы... Напишите здесь, не стесняйтесь. Это же здорово. Вот. Но, а я пока в это время, пока вы вот пишете и рассказываете о том, что бы вы хотели узнать, что бы вы хотели получить от этого путешествия, я вам пока расскажу, что мы предлагаем. Итак, конечно же, наисложнейший, если обычно идти, наисложнейший вопрос для русланцев – это вопрос времен. Да, времена, там, я не знаю, кто это придумал, их там, их сколько там, 12, 16, 20, 100, не знаю, вот, понимаете, какие-то безумные количества. Вообще, мы понимаем, что это, с одной стороны, хорошо, вот, такое количество, а на самом деле не надо нам так много. Мы разберемся с временами как-то по-другому и как-то сказочно, как-то опять же волшебно, через совершенно нетривиальные подходы, и не нужно будет очень много времени, это самое важное, и вы поймете, как же работать с этими временами. Причем я вам хочу сказать, что это не пережевывание учебника или какого-то там материала вообще, а это совершенно иное. Ну, я называю эти вещи, которые вот получают люди на, вот, во время этих полетов, небелковая форма жизни. Ну, в том смысле, что этого просто не существует. Такого материала нет нигде вообще никогда. Его не существует. Он уникальный, уникальный в квадрате, в кубе, там не знаю, сколько угодно. Разумеется, я классический преподаватель, я раскрываю карты. Да. Вот, я воспитан на классических учебниках, и я постоянно изучаю литературу, которую написали до меня, и я никого не отвергаю, и там не пытаюсь совершить революцию. Но я делаю такие приемы, которые позволяют русским людям, именно русским, русскоговорящим, войти в этот мир по-другому, другим способом, совершенно другим. Без использования этой терминологии, без использования этой последовательности, которая есть в учебниках, без использования правил там, и всего, что только есть. И вот этот другой путь, который, еще раз говорю, это, да, какая-то небелковая форма жизни. Ну, а в педагогике это получило уже официальное название — нелинейная педагогика. Это вот ваш покорный слуга, автор этого словосочетания — нелинейная педагогика. Так вот, она позволяет вдруг подлететь к самой вершине. Ну, правда, долго там не задержишься, но потом придется вернуться куда-то вниз, к подножию. Но, тем не менее, побывал наверху, ого, огляделся, красота, еще хочу. Ну, понимаешь, что долго не удержишься. Такие вот интересные прыжки можно совершать. Такое делать движение. Я вам сейчас хочу еще больше рассказать, что же вы встретите, чем же вы... что же вы можете получить во время полетов. Ну и так вот, это система времен. Дальше сложнейший вопрос – это инфинитив. Ну, русланские люди почти не используют инфинитивные конструкции во время разговора. Ну, потому что в школах, там, в институтах им не уделяется много внимания. Как-то все вскользь происходит. И такая простая фраза типа «This is a great place to be»
она закрыта для русского человека. Он не понимает, почему нужно именно так сказать. This is a great place to be. Вдруг откуда-то появляется вот это to be. Зачем? Что она там делает? Да. Или другие подобные фразы, чтобы они стали для вас естественными, легкими, интересными и простыми, и чтобы вы совершенно не задумываясь это все делали и говорили. И использовали инфинитив и всевозможные инфинитивные конструкции, поскольку сегодня это основа вообще общения, основа разговора на нашей планете. Ну, разумеется, вместе с этим инфинитивом я создал, чтобы его рассмотреть так, чтобы быстро, потому что обычно на это требуется очень много времени, поверьте, очень много. Я создал новую теорию инфинитива, вообще абсолютно новую, иную теорию инфинитива. Но, конечно, я это и в научном смысле сейчас защищаю эту теорию, но... Кроме того, у нее есть в этой теории и сказочный вид, и он работает прекрасно. То есть и дети, и взрослые, даже там 8-летние ребята, они вдруг начинают переходить на инфинитивные конструкции, потому что понимают, что такое to. Вот именно вот это слово to. To. Что? To play – это не просто вот то, чему они привыкли, а что это некое интересное вот... существо, и мы с ним дальше работаем. Поэтому вы познакомитесь с этой уникальной новой теорией инфинитива. Ну, поверьте, это дорогого стоит. Меня недавно попросила в качестве экскурсовода девушка, директор большой фирмы Ферт. Она 2 года жила в Ирландии, то есть, ну, представьте себе, насколько неплохо она знает английский и все такое, но, тем не менее, у Кати были вопросы, связанные с инфинитивом. Она не понимала до конца, что это такое вообще. Ну, то есть, у нее огромные знания, учебниковые знания, ну, такие классические, но понять суть инфинитива она не могла. И вот, ну, не знаю, ну, 2, наверное, занятия, и все, вот у нее вдруг произошло это открытие. А я именно стараюсь делать так, чтобы это не я рассказывал, какой там король Дид замечательный и хороший, а чтобы это вы делали открытие сами, чтобы у вас создавалось ощущение, что вы открыли. Вот в чем моя задача и миссия. Чтобы вы получали удовольствие от делания открытий и видения затем всей системы. Ну, это здорово, конечно. Вот так. Это вот второй важнейший момент. Ну, третий... просто невероятно важно. Это работа с неправильными глаголами. И вообще с пониманием сути глагола, потому что все держится на глаголах, на вербах, на этих. То есть, ну, там много тем, под тем всяких вопросов. Но вот такое вот. Так что, ну, вы знаете, что без неправильного глагола... Кто это, правда, придумал неправильный? Вообще-то он irregular verb, то есть нерегулярный, какой-то, ну, необычный. Вот если бы его называли необычный глагол, а неправильный, то было бы все по-другому. Видите, какое важное значение имеет, как ты назовешь. Действительно, вот список, неправильный глагол. Почему они неправильные? Они необычные. Irregular. Не те, как вот все. Но это огромный пласт работы, это специальная тема, и мы тоже, естественно, все это через волшебные истории, конечно, все только через волшебные. Кроме того, вы получите уникальные схемы, вы узнаете, что такое хребет английского языка, то есть, ну, у него есть позвоночник, оказывается, ребра, ну там все как положено, вот, всякие другие вещи. И, ну, когда ты знаешь, вы знаете, что все держится на позвоночнике, если есть искривление в позвоночнике или проблемы, то сразу появляются общие болячки и трудности. Ну, вот мы подправим позвоночник там, жаба вообще наша начнет улыбаться и будет превращаться в Василису Прекрасную, наверняка.
потому что ей будет приятно. То есть не напрасно все эти траты времени, там, денежных знаков. Вот такая вот у нас будет, вот такой полет. Конечно же, много будет и другого интереса. Мы будем петь, потому что без изучения песен очень трудно войти на планету. Да, практически невозможно. И работать, петь имеется в виду учить песни. Обязательно. И другие вещи. Для любопытных, любознательных мы будем делать всякие специальные какие-то занятия, открытия. Вы знаете, сколько еще белых тайн, непознанных вопросов на нашей планете? Да, да вообще. Я вот тут общался недавно с учителями английского, преподавателями английского языка. Ну, я, собственно, постоянно с ними общаюсь, поскольку в школах переподготовку их веду. Так вот, они, когда им задаешь вопросы, ну, не для того, чтобы там их как-то принизить или обидеть, нет. Ну, просто задаешь вопросы, а существуют ли темные пятна? То, что вот неизвестно еще вам, дорогие преподаватели. Они обычно молчат. Да. Когда начинаешь задавать эти вопросы, то с удивлением они потом говорят, да, ведь правда, и все новое и новое сами называют. Видите, как еще много интересного. А мы с вами, вот если мы полетим, вы это узнаете еще вперед этих всех этих преподавателей, хотя я ничего плохого о них не хочу говорить, потому что это нормальные ребята, они рассказывают о жизни на нашей планете, так что это хорошо. Так что, видите, есть возможность нам победить и нашего Tomorrowman'а, и Neverman'а, и Гриду, эту жабу нашу болотную, которая живет внутри каждого, наверное. Да не наверное. Да. Вот. И через сказочные всякие образы, истории, через системный подход, через понимание. Вот тут сейчас, секундочку, принцесса пришла. Алекс, пожалуйста, пока задайте вопросы какие-то. Да? Сейчас, секунду. Собственно, да. У меня вопрос к нашим участникам. Напишите в чате. То есть, что ценного вы сегодня почерпнули из этого выступления? Вот напишите в чате, что самого ценного вы сегодня почерпнули из нашей трансляции английского через сказку. Действительно интересно, потому что каждый из этого выносит что-то свое. Кто-то понимает, что можно легко, интересно изучать английский язык. Кто-то понимает, что уже невозможно откладывать. Хочется расти, хочется там получить классную работу, получать ее в долларовых денежных знаках. Ну, честно говоря, если бы я работал на работе, наверное, это единственное, чем бы я сейчас занимался, так это учил бы английский, ну и строчил бы резюме и проходил бы собеседование в какие-нибудь Procter & Gamble, где зарплата в долларах, и тебя постоянно дают какие-то новые карьерные перспективы. Будь я женщиной, я бы точно вышел замуж за иностранца и уехал бы куда-нибудь в Америку или в Англию. И если бы я был бы предпринимателем, а, собственно, я и есть предприниматель, то я вижу, что ведение переговоров на английском языке – это то еще интересное, увлечительное задание и занятие. Вот я вижу, что, да, понравилось про… что можно понять и выучить, да, действительно, то есть без какого-то насилия над собой, в очень интересной форме можно взять и заговорить, взять и выучить. Да, вижу про волшебные палочки, понравилось. Очень коротко и про Зе. Вот мне очень, что мне нравится, как объясняет Олег, система очень интересно действительно устроена. То есть через интерес ты вовлекаешься. Это примерно как смотреть сериал какой-то интересный, который каждая серия тебя открывают что-то новое, ты с нетерпением ждешь, когда же откроется следующее, когда же там переводчики выложат. Так вот, смотреть сериалы
На английском языке, кстати говоря, тоже можно. Когда ты уже действительно все это понимаешь. Но гораздо интереснее, когда ты сам начинаешь заговаривать. И особенно я вам всем рекомендую, вот такой вот мой совет. После курса Олега Мурашова я вам рекомендую взять билет и поехать в страну, где есть англоговорящие. Вы уже не будете стесняться, вы уже будете уверенно говорить. Может быть, не идеально, и, скорее всего, не идеально, но у вас пропадет вот этот вот языковой барьер. То есть вы выплеснете ту энергию, которая есть у вас внутри. И действительно, то есть вот такая нелинейная педагогика, и это то, что позволит вам, знаете, просто забыть, что у вас там был какой-то страх говорить на английском языке, или что вы боялись как-то посмотреть, ну, как бы показаться глупым, или... Вы просто начнете говорить. Speak, 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 speak. Да, это действительно интересный, необычный взгляд на английский язык. У нас очень скоро стартует интенсив. Да, Алиса. У нас стартует интенсив по английскому языку. И там будет именно встречи каждый день, которые вы будете ждать с нетерпением. И каждая тема будет для вас открывать английский язык заново, и вы сами будете делать открытие. Вот что самое удивительное. Вы сами будете изобретателем собственного английского языка. Поэтому, если вы чувствуете, что время пришло, и уже нет времени откладывать, вы уже победили завтрамена, победили Невера, который говорил о том, что у тебя не получится, и договорились со своей жабой, это нормально. Это нормально, потому что выгода здесь очень очевидна. Ты осваиваешь английский язык, и перед тобой открываются новые двери. Это неизбежно. И это действительно очень классная возможность для того, чтобы что-то поменять в своей жизни, что-то улучшить. И я от всей души вам рекомендую сейчас нажать на кнопку «Изучить английский язык», желтая большая кнопка под видео, нажимаем на нее. А еще лучше сразу по ссылке нажмите на кнопку, нажмите на ссылку. Сейчас попрошу моего ассистента Алексея дать ссылку в чат. И нажмите на эту ссылку, там выберется окно. Там на самом деле интенсив, который мы для вас разработали, включает 22 интересные темы и 3 бонусные. Одна бонусная тема будет для тех, кто хочет проводить переговоры на английском языке. И там, расскажем, я поделюсь своими фишками, то есть в том числе, как я проводил переговоры на английском языке, когда я с Китаем торговал, и вообще не зная английского языка, я его знал по переводчику просто. Расскажем несколько вещей про знакомство с иностранцами, если вы, женщины, хотите замуж за иностранца, вот, и как проводить свидание на английском языке, потому что это тоже очень важно, произвести правильное впечатление. Ну и для тех, кто хочет устраиваться на работу, как проходить собеседование на английском языке, тоже будет такой вот бонусный, очень классный подарок. Для всех тех, кто запишется прямо сегодня, прямо сейчас, как говорится в этой именной песне. Поэтому нажмите на ссылку, и наше приключение с вами начнется. Вы попадете на ракету, на планету Ингланд, и стремительно вы сделаете большой, на самом деле, огромный шаг на изучение английского языка и открытие новой жизни для себя, новых возможностей в бизнесе. Ну и, собственно, в личной жизни. Алекс, я извиняюсь, да, но дело в том, что тут подданные требуют, чтобы я немедленно вернулся в королевство, там какие-то козни, знаете, со стороны короля Вилла начались. И поэтому вот я вынужден, да, я хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел, и надеюсь, что увижу вас в ракете скоро. Ладно, вы меня отпускаете? Мы вам желаем счастья и всего самого спасибо. Лучшего. Действительно. А я вам желаю всем здоровья, удачи и давайте never give up. Не сдавайтесь. Never give up. Never give up. Прям never give up. Never, never give up. Up. Never give up. Yes. Speak English very well. Don't give up, because we still love you. No. Ну что ж, друзья,
Дальнейшее наше приключение с Олегом Мурашовым, он же Король Дид, вас действительно ожидает то, чего вы еще, наверное, никогда в жизни не испытывали. Это кайф от изучения английского языка, именно удовольствие. Вот именно удовольствие, оно того стоит. Оно стоит всех своих 14 тысяч рублей. На самом деле это в два раза меньше, чем если вы пошли бы на какие-то живые курсы английского языка. Потому что это все идет через онлайн. Если вы пропускаете занятия, запись у вас будет доступна. Урок будет длиться примерно час с половиной. Это интерактив, именно общение, это именно создание собственной сказки. И полчаса это на какую-то новую тему, которую Олег вам расскажет, раскроет, опять же, через сказку, через образы, через вот это удовольствие. Вы также будете петь песни, да-да. Я с ужасом, на самом деле, сам думаю, потому что я не люблю петь. Меня вот в караоке прям не затащишь, это вот... Но, тем не менее, это же интересно, это раскрывает еще и творческий потенциал заодно. И английский язык – это то, что открывается таким золотым билетом. Поэтому отбрасывайте все сомнения куда-нибудь далеко-далеко и нажимайте на ссылку, оформляйте заказ. Завтра с вами свяжется моя помощница, которая поможет вам пройти через этот квест. Оплатить вы получите доступ, то есть будет интенсив на 22 дня, каждый вечер по Москве. То есть для тех, кто пропустил, будут записи, все происходит в режиме здесь и сейчас. Я вам желаю всем счастья и до встречи в интенсиве английский через сказку. Пока-пока. Нажимайте на ссылку, и наше приключение начинается.